съест, потом будет позаниматься. Да, сейчас у нас есть такой. Пробуем, вон еще есть. А нет, что Теперь. Это плечо надо зажимать, не оставаться внизу, потому что он пока идет навстречу, смотрите. Видите? Вот. Это катеф, симу лев. А катеф шела ярим менутак. Окей? Зе а никуда крити по таргиле. Ну поняли, это что? Не нужно так это нажимать, а всегда нужно крючок сделать. Но рюхот, лазот муфтех. О, муфтех. Как он закрывается руки вот так. Да. Зе а сгира. Тоже замок накрывает. Боязрата с гираша. Попробуйте. Скажи туловище, не поднимает. О, далее. Давай. О, о. О, Митсуян. На плечо на руку поднимает. А ритух? О, молодец. Ты говоришь, ты майянцы. Если вам понравилось, то ваша задача эти вещи как бы использовать на практике, с помощью тренеров их отрабатывать, ну и сами делать это все. Сейчас я вам это для тренеров и для вас сейчас покажу. Некоторые вещи надо использовать, это вот особенности человеческого организма. Не просто вот так, как говорится, на ура, бороться на угар. А надо понимать некоторые вещи. У него ничего не работает, ни спина. Отпустил голову, все, у него корпус заработал. Ему вот осторожно, но иногда минутра. Вот, поэтому, если вы делаете удержание, то постарайтесь ложиться так, чтобы у него голова была прижата вот так вот. Понятно, да? שאתם עושים ריתוק, אתם צריכים להסתכל שהראש של היריף מנותק. Вот если вы не верите, сами попробуйте. То есть вот голову повернули, вот так руку держите. Ваше чем вот так? Вот сможет что-нибудь сделать. Вот он... Да, да, да. И могу, да, да. И могу, блин. А. Сумма, да, да. Ок, хорошо, сам да. Тут меня тренули. Я хочу, что-нибудь сделать. Он легко лазут. Михлад. Смотрится, это как фокус. זה כמו קסם, אבל זה הדברים מיוחדים שיש לנו בגוף. поэтому придержали вот. Теперь следующее. Вот опять, когда у человека голова работает,
у него может где-то весь корпус работать. Вот поэтому если делать удержание, я буду делать удержание, например, вы обязательно должны вот так голову поставить. То есть вот, скажем, я делаю удержание вперед, не вот так вот прижимать, тогда он на мост встает, вот сразу вот, вот видите, он крутит. А вот теперь смотрите, пускай покрутится. Я перевел. Симулер, не окнут хорошо, большой. Это как дополнение там на тренировке. Ну, потом еще вот так называемый шенотонический эффект, я потом еще и стойки покажу, как мы работали. Вот. Даже больше вопрос. Ну, спортсмены, вы тренеры. Сколько времени вы отрабатываете прием на тренировке? Вот, ну, скажем, в процентах. Вот тренировочный процесс, там, скажем, у вас час-полтора. Сколько вы отрабатываете прием, комбинации, по времени? Сколько? Со мной борьбы, когда борется, или сколько времени уделяется именно борьбе? Ну, в принципе, я так понял, вы не сможете отвечать. Но тренеры, у вас акцент в основном на тренировках, отработка техники, отработка приема, да? В основном, движение, да, 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 в основном, да. И вот это один из ответов, почему у вас на соревнованиях не получается. Вот если посмотреть на схватку, вот как схватка идет, она идет из таких четырех блоков. Вот, из четырех блоков. Вот из чего состоит схватка. Зе, внията, крав. Захваты. Ахиза. Передвижение. Зуза. Реакция ваша или соперника на вас в захвате, передвижение, он реагирует. И вот только в зависимости от реакции у вас получается бросок. Так вот, вся проблема в том, что вы в основном со своими тренерами сидите вот здесь. Отрабатываете прием. А когда вы выходите бороться на соревнования, борьба отсюда начинается. У вас отсюда и проблемы получаются. Вы не умеете взять захват такой нужен. Вы не умеете разрушить, сопротивляться захвату соперника. Вы не умеете передвигаться, вас двигают там или еще что-то такое. Соперник еще сопротивляется. И вы до своих приемов не доходите. Вот одна из главных проблем, почему у вас на соревнованиях не получается. То есть надо сменить акцент тренировок, тренироваться вот отсюда. Захваты отрабатывать, передвижения, почувствовать реакцию соперника и помочь ему упасть. Именно так дзюдо Егора Канов требовал, чтобы вы сопернику помогали упасть. Использовали движение. Пошел вперед, бросил вперед, пошел назад, бросил назад. А вы иногда, как баран тянете, он весь сзади, а вы его тянете вперед. Поэтому вот у вас такой тупик получается. Ну, смотрите, Володь, вот вы как тренер, наверное, такую ситуацию, вы как дети, наверное, такую ситуацию сталкивались, что вы выходили на соревнования и делали бросок, который вы никогда даже не отрабатывали на тренировке. Есть такой? Это почему? Потому что вам организм показывает в этой ситуации, как соперник среагировал, куда его бросить. Несмотря на то, что вы, например, не отрабатываете. Вот то, что я говорю, он пошел назад, вы его бросили назад интуитивно. Пошел вперед, бросили вперед. Правда, да? Вот сейчас мы будем рассматривать такой вопрос, как разрушать соперника, как не дать ему себя бросить. У вас получается так, вот она правостоящаяся, мы встали, берем захват, да, все, и боремся, кто кого, кто у кого как получится. Я ошибся, я сегодня проиграл, завтра она ошиблась, и она проиграла. То есть, понимаете, как бы борьба идет такая наугад. Я всех своих учеников учу по-другому. Моя задача не дать ей захват и не дать ей бороться в своей рабочей стойке. Вот даже просто, смотрите, даже без захвата за счет одних передвижений. Нравится? Нет. То есть я что делаю? Я ухожу из ее сектора атаки. Она правостоящаяся, она вот все время сюда бросает. Я все время ухожу из ее сектора атаки. Так ему. Даже если я, например, захват проиграл, она сделала захват, я начинаю все равно двигаться, вот я закончил. Она начинает злиться, она меня туда тащит, вот туда тащит. Я это буду ждать, теперь сюда буду ждать, видите? Потому что она отсюда пошла туда. То есть я ей помогаю упасть. Понятно? Что значит очень важно передвижение? Кстати, вот сейчас я вам дам такую игрушку, вам тренерам очень понравится, детям тоже понравится. Именно для передвижения. И тогда продолжим это.
моя задача у Мишель выиграть, вот ее принести только пояс кончил и украсть пояс ногой, понимаете? Вот отлично. Хотите мы попробуйте выиграть? Коляли фотки с Адюдом. Все, назад, по новому. Ребят, задача вот такая, вот скажем, вот мы так мало встали, иди сюда, Вот смотрите, ребят, задача такая. Вот сейчас Мишель должна ко мне залезть в спину, затронуть. А я, естественно, с помощью передвижения должен от нее защищаться. Беру, а матарашина Мишель, да ги, а ахрея капшена, стой. Понятно, да? Ворон. Начали, давайте, попробуйте. Нам Давай. Ну, давайте подходим к захвату. Самое главное, ребят, вот вы же боретесь уже, вот мы сели, скорректируем пояс, первый кью. Вы боретесь много уже на соревнованиях. Вы, наверное, заметили, что почти 99% вы боретесь за захват. Вот главное у вас противоречие. Вы на тренировках 90% отрабатываете приемы, а на соревнованиях первое место занимает захват. Опять умение выиграть захват, умение разрушить захват. Вот здесь у вас проходит метаморфоза. Поэтому вы должны уметь именно выигрывать захват, который нужен. Правый, левый и так далее, и так далее. Вот, например, мы сейчас будем с Мишель, да, вот она правостоящаяся, да. Моя задача вот выиграть у нее правую руку. Как это делается? Вот это... Прежде всего я использую геометрию, как бы, то есть она же вот это захватывает, значит, я должен вот это плечо убрать, уже для нее проблема. Нравится, видите, у него будет проблема, уже все, значит. Теперь дальше, вот она будет тянуться на захват, вот смотрите, у меня такое движение называется кобра. Я вот просто жду эту руку, вот она, вот, ну, это обычный верхний захват. Вот, смотрите, она прям руку кладет ко мне, вот, руку опустил, вообще тебе не нравится, это вообще не хорошо. Если вот это вот, я ее руку взял. Не надо вот это боксировать. Вот просто стоит тут захват. Она сама мне руку отдаст. Теперь следующий момент. Все-таки, например, парень там или девочка атакует, злится, злится. Вот-вот уже захват возьмет. Никогда не возьмет захват. Бери захват. Ну вот, ну она все умеет. Опять смотрите, я все время двигаю свою рабочую руку. Ребят, никогда. А без захвата она прекрасно ничего не сделает. Мы берем отворот вот этот первый. А? Вот. Смотрите, я останавливаю ее рабочее плечо. Да. Она лезет за мной. Я продолжаю в парте то, что я показывал. 2-3 раза поставил нас на сторону. Замечательно. Вот у меня есть ученик. 2 раза чемпионат Азии выиграл, не сделав ни одного броска. Японец вышел в финале, ничего не понял, что произошло. Он рабочую руку выключает. На колени ставят, того наказывают. Все, выиграл схватку. Исходя из этих правил, которые сейчас, можно выигрывать схватки чисто тактически. Прием сделать очень тяжело. То есть вот момент, первый момент, то есть как я, например, выключаю рабочую руку. Можно перевести? Не обольщайтесь, ребята. Я могу сказать, ставится это долго. Ставится это долго на протяжении, наверное, ну, 2 лет. Ты на целый фон семи. Ребят, в принципе, вот под захватами, первым там очень большая работа. Это уметь взять захват, уметь разрушить его. У меня очень много подводящих упражнений под это. Потому что если тренер будет кричать, там возьми правую руку. Если вы это дома не делаете, она
спортсмен никогда, конечно, не сможет выиграть. Понимаете, да? Поэтому это очень большая работа. Она может быть непривычная, но тем не менее. Вот вы выходите на соревнования, часто боретесь, и вот жеребьевка, удобно, неудобно соперник. А надо вам, тренерам, научиться учеников так, чтобы вы всем были неудобны, чтобы вас боялись. То есть с помощью захватов, ребят, вы можете выигрывать у очень сильных соперников, если вы вот эту вот схему освоите. Значит, вот в принципе вы как бы начали, вот меня учили там мое предшествующее поколение, там великие борцы Герри Харль, Шульц. Потом, представляете, на карте чемпионат Советского Союза для финала готовил новый прием, который никто не знал. Это вот одни из моих учителей, Харлампиев, Чумаков, то есть это великие люди. Вот от Генрих Карлс Шульца я впервые услышал закон рабочей руки, закон рабочей ноги. Вот закон первого захвата уже я сам там придумывал. То есть сейчас я вам покажу, как брать захват. Моя рекомендация – брать всегда от ворот. Самый первый захват всегда должен идти через ворот. Вот Шульца, ты льет мне отдашь. Вот смотрите, вот она меня взяла, да? Смотрите, сюда пошел. Сюда пошел. Я свободно двигаюсь, могу атаковать. Ну, и еще это сайт, а как это шарму? Это не захват. Вот смотрите, я взял. И мутафас, да? Смотрите, тело. Каких два момента, обратите внимание, что я сделал? Что я говорю? И согнули человека. Правильно. Тело, что я говорю? Во-первых, смотрите, когда я взял отворот, корпус у меня, вот он, корпус. Корпус у меня, я контролирую весь корпус. Второй момент. Я ее вот не просто вот так вот стал, как у вас. Опять она может подворачиваться. Она может двигаться, может защищаться, может атаковать, все, что хочет. А вот так, давай, мне нравится, как решить, нравится? Умамис, умамис это яриф, умуриду толемата. Вот. А това... Поэтому, господа, вот если кто знает меня, слышит на тренировках, я всегда кричу, отворот, согни соперника. Вот там еще есть некоторые вещи, но говорят, ну да, но вы должны знать простую вещь. Вот, вот так я сильный. Согнули меня слабость. Значит, что нужно согнуть на соревнованиях? Грудь соперника! Это очень важно. Если вы научитесь это делать, уже вашему сопернику будет грустно. Во-первых, если я согну, например, дышу, она разгибается, ей же надо атаковать. И цихолокзон. Безмачая она меня сама, она сама себя бросит. Безмачая на этом подъеме, на ее разгибе, буду делать подвороты, атаковать, она меня сама к себе притянет. Она мне позволит какой-то прием принести. Понятно? Я покажу, как я рекомендую брать захват. Обычно соперник всегда уже закрывается, да, вот. Поэтому я так называю, делаю троечку. Смотрите. Я вот здесь беру захват, соперник здесь всегда открыт. Потянул, взял отворот. То есть, когда она обманывает, то есть вот смешение начинает бороться. Раз, она реагирует на руку. Я взял захват. Все. То есть вот раз, два, три. Раз, два, три, понимаете, вот так вот. Все еще, я начинаю вот сюда вот здесь. У меня рабочая рука свободная, я подтяну. Опять, ребята, вот то, что упражнение вам делал, на пределе, смотрите. Смотрите, как спина открывается. Все, что угодно. То есть при всех своих захватах я всегда использую ноги. Вот сейчас она видит куда, туда упала. Вот у меня так рука, я тоже. Рабочая рука свободна, берут вот здесь. Перехватили. То есть вот боремся вот как раз. Потом да, еще есть упражнения, как вот это, ну, опять то, что вот сегодня мы делали, игрушки. Как брать захват. Ну вот именно такая работа для захвата. Ну вот, ребят, я просто могу сказать. Я просто как эксперт международной федерации как бы должен все время идти впереди. Одних упражнений, у меня видео упражнения, там есть видеофайл, 1500. Одних упражнений. Попробуй.